2019 год, год театра, и он продолжается. Так совпало, так случилось, что и наш сегодняшний выпуск также очень многим обязан театру. Много мы об этом говорили и поговорим еще. А поговорим об этом с нашими гостями. Сегодня у нас Марлен Аджарипов, ведущий солист балета Государственного академического музыкального театра Республики Крым, а также Наталья Аджарипова, ведущая солистка балета Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе ребята, утро. Вы такие красивые! Вот сразу видно, актеры. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. Ну, расскажите, пожалуйста, с чем пожаловали? Пожаловали мы в преддверии спектакля «Боги и люди», современный балет. Это премьера будет? Это... Или уже Нет, это уже не премьера. Премьера состоялась в октябре 2017 года, уже как полноценный современный балет. А до этого мы работали лишь часть этого балета, такую феерию. Проработали мы ее первый раз на международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи. Была показана одна легенда об Икаре. А юноша, который хотел взлететь в небо, научиться летать как птица, подняться к солнцу, эта легенда была показана вот в Керчи, и наш театр с этой частью постановки занял гран-при. Далее мы показали эту легенду в Евпатории на международном фестивале «Земля, театр, дети». Кстати, там я ее и видел впервые с ней. Вот, видите. Интересно, почему спросил про премьеру. Там заняла наша работа диплом за внесение вклад в искусство. И это сподвигло наших режиссера и балетмейстера, наверное, поставить более полноценную работу на два акта, дополнив ее легендой о Прометее. Так и родился наш современный балет. То есть сейчас, в 2019 году, это уже дополненная версия? И появились новые какие-то дополненная, компоненты? Я же вот говорила, дополненная она была в октябре 2017 года. 12 октября состоялась уже премьера на нашей сцене. А что-то планируется еще туда привнести? То есть я так понимаю, что «Боги и люди» очень нравятся зрителю. Да. Если она уже существует какое-то количество лет, да, подряд прям? Вы знаете, ну, я не думаю, что планируется что-то дополнить именно в эту работу, так как это уже полноценный состоявшийся спектакль. Я думаю, что просто у нашего режиссера и балетмейстера есть новые идеи, новые задумки, которые вот вскоре, в принципе, они будут реализованы. Сейчас это... Ну, идет сейчас подготовка к 2020 году, к следующему театральному сезону. По секрету нам балетмейстер признался, что будет ставить в будущем балет под еще рабочим названием «Чарли и Мари» по персонажу Чарли Чаплина. Вот. Ну, это еще будет все в будущем. Пока вот только мысли, пока это все на бумаге, еще... Но название уже интригует. Ну, а когда вот премьера происходит, да, вы едете с гастролями куда-то с этой премьерой? Или все остается в столице? Не всегда, понимаете? Бывает так, что мы готовим премьеру несколько месяцев, мы ее показываем для нашего зрителя в первую очередь. Потом этот спектакль... хотят посмотреть в других городах. И идут переговоры между директорами театра, и директор уже отправляет в то или иное город с гастролями. Ну, а вам как больше нравится, гастролировать или все-таки показывать на месте? Ну, лично вот, например, мне близка моя родная сцена, мне близок мой родной зритель. Конечно, хочется всегда показать впервые на своей родной сцене. Наталья, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас волнение перед сценой? То есть вы вот уже опытная артистка, и вот каждый раз вы выходите на сцену, испытываете вот это чувство конечно, волнения? Конечно, конечно, испытываю каждый раз, независимо от того, сколько лет я уже работаю. Я считаю, что если я не буду испытывать это волнение, что значит, наверное, какая-то внутренняя работа над собой у меня уже остановилась. Нет, испытываю волнение каждый раз. Как впервые, как будто это для меня действительно премьера. Значит, вы занимаетесь своим любимым делом, вашим призванием. Да. Это точно видно сразу. Интересно, что во время интервью, а нам часто приходится общаться с артистами театра в том числе, и вот, казалось бы, люди 10, 20, 30 лет на сцене, и все равно волнуются. Вы, ваше мнение интересно, также волнение испытываете, или вот выходите вот просто с легкостью?
Нет, я бы не сказал то, что с легкостью. Волнение есть при каждом исполнении. В каждой роли есть свои такие моменты, о которых волнуешься, за которые переживаешь. И в любом случае, какая бы роль ни была, большая или маленькая, ну, не бывает маленьких ролей, и в любом случае есть какое-то переживание, потому что выходишь на сцену, в зале сидит 1000 человек, и в любом случае какое-то переживание присутствует. Марлен Димович, расскажите, пожалуйста, а какие же все-таки роли у вас? Роли в балете «Боги и люди» у меня Леандр и моя возлюбленная Агния. Это история любви. Да, да. История любви. Расскажем такое небольшое либретто. Мы, возлюбленная пара, приходим в храм, там, где зажжен олимпийский огонь. Боги зажгли огонь, и вот мы приходим, танцуем, за нами наблюдает Прометей, за нашим танцем любви. Вот. И в какой-то момент случается ужасное, моя возлюбленная заболевает. Вот. Я обращаюсь в храм за помощью к богам, чтобы они исцелили мою возлюбленную. Прометей отвечает на мою просьбу, на мои мольбы, исцеляет ее, за что был наказан богами, за то, что он был, за то, что он забрал тот огонь олимпийский и вот исцелил людей. Вот. В свою очередь, в благодарность мы с Агнией собираем весь греческий народ, чтобы освободить Прометея, которого заковали в цепи, в скалы, которые охраняли вороны, мы их разогнали и освободили. Правильно я понимаю, вы в этом театре, в смысле, в этом спектакле не разговариваете? Абсолютно. Нет. Только танцем выражаете все то или иное действие. И как долго у вас получилось этому научиться? То есть это же тоже особое искусство. Как долго вы уже в этом деле? Вот хотелось бы поподробнее об этом узнать. В хореографии я с самого детства. Я занималась сначала в самодеятельных коллективах, а далее училась на эту профессию артиста балета, и сейчас вот работаю в театре. Ну, я... Это понятное дело, что хореография им выражает все эмоции и чувства, да, персонажа именно посредством танца. Мы не говорим, мы подбираем пластику, которая так или иначе выразила бы это. Наш внутренний мир, наше отношение к партнеру, отношение к другим персонажам на сцене. Ну, этому учатся, наверное, с детства. И приходит оно с каким-то опытом, с опытом, да? С годами, да. К сожалению, время нашей беседы строго регламентировано, оно уже подходит к концу. Вам выражаем огромную благодарность за то, что это утро вы встречаете вместе с нами. Ну а нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Марлен Аджарипов, ведущий солист балета Государственного академического музыкального театра Республики Крым, а также Наталья Аджарипова, ведущая солистка балета Государственного академического музыкального театра Республики Крым.